Пожар в центре Львова. Сегодня днем неподалеку от оперного театра, это туристический центр города, загорелся жилой дом. Здание трехэтажное, на первом этаже ювелирный магазин, на втором и третьем квартиры. Некоторые из них сдают посуточно туристам. Верхние этажи и крыша выгорели полностью, пожар тушили более 2 часов. Спасателям даже пришлось разбирать кровлю. Пострадавших среди жильцов нет, а вот один из пожарных попал в больницу с подозрением на тепловой удар, сообщили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Что могло спровоцировать возгорание, пока неизвестно.